Universal Media Access Station. For more information, visit u93fm.com today. А мы продолжаем нашу передачу уже на русском языке. Питер Хауэй, you can probably say «до свидания». До свидания. До новых встреч means... До новых встреч. До новых встреч. Or... Yes. we will come back to Olga's show again, and you are such a great speaker and such a great writer, entrepreneur and investor, and so many things to talk about. And while I will announce... You can call us 408-912-5265, 408-912-5265. Find us at Olga Show 1 to tweet or Olga Show Skype to send information. Also, we are available on Facebook by Olga Show. So Olga Show, wherever you search, you can find us, no problem. Meanwhile, I will be doing pictures with Peter Hawley and try to get that entrepreneurial spirit and success from him. Тимур will be online helping me with the songs and next chapter in our program. Мы возвращаемся в русскую программу, и мы начнем с песни вокально-инструментального ансамбля «Пламя» против Fatboy Slim. Yes, I saw the picture. Yeah, that's what I'm doing. Теперь это уже традиционная рубрика в Ольга Шоу. Итак, ученые политеха штата Джорджия создали искусственную кожу. Ее чувствительность превышает реальную. Для этого ученые применили массив из 8000 вертикальных нанотранзисторов, реагирующих на касание. Новую технологию уже можно использовать для человеческо-машинных интерфейсов, а в будущем, возможно, и в протезировании.
Ученые нашли мутацию, которая резко увеличивает сложность устройства мозга. Эксперименты на мышах показали, что с такой мутацией их мозги стали очень-очень похожими на человеческие. Это открытие позволяет понять, как именно появились мозги, которыми мы пользуемся сейчас. Главное, чтобы в процессе обучения мыши не обрели интеллект и не захватили мир, как герои мультиков Пинки и Брейн. Земное ядро, возможно, оказалось намного горячее, чем считалось раньше. Это показали недавние эксперименты с железом, которые подвергли условиям, похожим на те, что могут существовать в хтонических глубинах Земли. Выяснилось, что температура в глубинах может быть равна температуре поверхности Солнца – 6000 градусов Цельсия. Предполагается, что ядро состоит из кристаллизированного железа, окруженного расплавом. Ученые Смитсоновского института сумели восстановить доселе неизвестную запись голоса Александра Грэхэма Белла. Изобретатель телефона, мы ее послушаем попозже немножко. Обнаружилась запись на одном из дисков, сделанных из воска. Диск раньше считался пустым, но с помощью оптического сканирования высокого разрешения ученые сумели воссоздать трехмерную карту неровностей, а потом симулировать движение звукоснимателя. На записи отчетливо слышно, как ее автор говорит: «В удостоверении всего мой голос Александра Грэхэма Белла». Это была запись голоса Александра Грэхэма Белла, которую обнаружили ученые буквально на днях. А также еще новость из области медицины. Новое устройство позволяет сохранять печень для пересадки в течение 24 часов. Ученые Оксфорда создали электронное приспособление, которое сохраняет нужную температуру, а также снабжает печень насыщенной кислородом кровью и питательными веществами. Если печень для пересадки можно будет сохранять в течение суток, количество доступных для пересадки органов удвоится, и это позволит спасти тысячи людей, которые ежегодно погибают в ожидании трансплантатов. А перед новостями космоса у нас Виктор Цой против Beastie Boys, пачка сигарет и Body Movie. Я могу перейти и тебе дать отдохнуть, и потом опять пойдем на работу. Я вот что-нибудь веселое почитаю. Да, можно. Это было все такое серьезное. Да, можно. Он там книгу подписывает, я знаю. So I hope when we can switch to another CD, because we usually have CDs, but like this one. Actually, this one I think will have enough to take you all the way to the end, because but you got to break at 27, so I'll pause it, and then I should at least be at least 3 minutes time, so you should get all the rest of the show on the CD. If not, I'll let you know. Okay.
matchmaking on that one. Док? Аркадия это наш, Аркадия нет его. Не был, он возведен два раза. 40 seconds. Actually, you can. А мы продолжаем на положительной ноте. Вы можете нам позвонить по 408-912-5265, 408-912-5265, а также можете нам твитануть Ольга Шоу 1 или же Ольга Шоу Skype. Вы можете нам позвонить через Skype или же прислать нам информацию, а также найти нас на Facebook или же веб-сайт Under Olga Show. Я приглашаю всех на итальянско-американский ивент, вечер, событие, которое будет в пятницу 3 мая в 6:30, когда будут отмечать 26-летие оперы «Сан-Хосе», итальянская женщина, которая была в основе всего этого. Она смогла вот создать оперу «Сан-Хосе» здесь, и благодаря ей мы можем это все сделать. Irene Dallas, и она будет лично на этом вечере, там будет также ужин, стоимость билета ужина и оперы, где вы можете, естественно, послушать тоже оперу, это будет $36, 3 мая, 6:30 вечера, там будет прекрасная итальянская еда, поэтому приглашаются все поддержать оперу Сан-Хосе вместе с итальянцами. И как раз у основы была сама итальянская женщина, которая пела, поет и собирает всех на прекрасные концерты и оперы здесь уже в Сан-Хосе. Итак, из серии, что нам прислали в течение недели, спасибо, Алекс, фото и видео, спасибо Александру, а также спасибо всем тем, кто нам помог прислать и найти, что и как происходит, чтобы мы весело себя чувствовали. Итак, говорите, найди свою половинку. Да я два одинаковых носка в шкафу найти не могу. Я в ответе за тех, кого приручила, но не за тех, кто ко мне навязался. Все в моих руках, а что не в моих, то у моих ног. Мне чужого не надо, но свое я возьму, чье бы оно ни было. Я себя люблю, и я заслужила эту любовь. Милый, если бы не ты, мы бы были идеальной парой. Наглость – второе счастье, первое счастье – я. Я целуюсь лучше, чем готовлю. Я не всегда знаю, о чем говорю, но всегда знаю, что права. Если человека долго не давать возразить, если человеку долго не давать возразить, то он забудет все свои аргументы и, в общем, будет очень недоволен. Не говори о своих проблемах людям. 80% ими не интересуются, а 20% рады, что они у тебя есть. Поверьте, если мне будет нужно, я уведу вашего парня не накрашенное в спортивном костюме. Мужчина хорош, когда спит, а спит, когда хорош. Переходный возраст у мужчины. Молодые уже не дают, а на старых еще не тянет. Не бывает страшных женщин, бывают трусливые мужчины. Дальше из серии интересных высказываний. Видишь, ты такой умный, а не знаешь, что такое балабулечки. Ну, я тоже не знаю. Так что, если кто знает, поэтому дайте, пожалуйста, знать. Окей, дальше. Девушка, можно вас? А можно не вы? Любимый, вставай. Да нет, ты весь вставай. Надпись на машине. Не едь за мной, я тоже заблудился. Молодой человек, вы обещали привезти мою дочь домой в 10. Сейчас 3 часа ночи, и дочь не моя. Сынок, ты куришь? Папа, я дочь. Я до свадьбы на кошках тренировался. Очень, скажу вам, неудобное животное. Пока кольцо на лапу оденешь, все
всю морду расцарапает. Иди-ка ты к жене с таким букетом. Дальше. Бросил пить и курить. Это были самые страшные 20 минут в моей жизни. Сначала приручи, а потом лапой. Мы красивее, чем вы умнее. Будь как дома. Устал, уже войти не вы... дальше не будем читать. Уже пошли интересные высказывания. Ты такой умный, тебе череп не жмет. Я себе не дам твоим глазам меня лапать. Как говорила мечта идиота. Здравствуй, Вася, я сбылась. Когда-то я был молод и красив, а теперь только красив. Чтобы быть похожим на принца, нужно иметь папу, похожего на короля. Все люди такие разные, и только я один такой, одинаковый. Илья Муромец скакал 3 дня и 3 ночи, пока у него не отобрали скакалку. Дальше. Все, что мне нужно, это береги честь молоду, а также доброе слово и неограниченная власть. Смех без причины – признак того, что вы либо идиот, либо хорошенькая девушка. Дальше. В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить. Итак, это было из серии интересных высказываний. А мы перейдем сейчас к мелодии. Что у нас подготовлено? У нас подготовлена Аида Ведищева, песенка о медведях из серии «Ретро», из фильма Ленина Гайдая «Кавказская пленница». Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Старались, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше шагов едва, две минуты сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. А мы продолжаем Ольга Шоу каждую субботу с 7 до 9 часов вечера. Итак, из серии присланных нам интересных высказываний, а также смешных и положительных, потому что у нас целый час было очень много информации,
довольно-таки серьезный. А сейчас пора и повеселиться. Те, кто уже веселятся на что, где, когда, мы вас поздравляем. Там DJ Wizard устраивает это сейчас в Сан-Франциско. А мы приглашаем вас также 3 мая справить, так сказать, 26-летие оперы Сан-Хосе. Также 5 мая не только Cinco de Mayo, а главное, что это Пасха 5 мая. Так что будем вместе с мексиканцами отмечать знаменательную дату 5 мая. А также 6 мая будет День радио. У нас будет специальная передача, подготовленная ко Дню радио. И также будет о Пасхе. Кроме всего прочего, 11 мая у нас намечается Futurist Сентелла Брайан, который расскажет о своих книгах, о своих фильмах, а также что происходит в Интеле. И очень интересный человек, он спикер на многих конференциях, и Intel дал нам прекрасное разрешение, спасибо большое, что он будет у нас выступать 11 мая. Так что вот данные пока на это. Также спасибо Запад и Восток, которые написали прекрасную статью обо мне и Ольга Шоу. И мы зачитаем это в прямом эфире на следующей неделе. И также дадим знать всем тем, кто читает Запад-Восток. Спасибо, много людей уже позвонили мне по моему личному телефону, а также связались по Facebook. Спасибо большое, что вы поддерживаете наше радио-шоу, которое вы сейчас можете увидеть на Ustream, Ольга Шоу, а также можете увидеть потом на YouTube, если вы searching делаете Ольга Шоу. Итак. Я верю только одному мужчине, который на вопрос «Ты меня любишь?» ответит «Конечно, мэм». Нервные клетки не восстанавливаются. Но наши нервные клетки, ну что это такое по сравнению с доверием? Доверие умирает раз и навсегда. Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной. Еще спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше. Жестокость – это черта характера добрых людей. Она возникает, когда об твою доброту начинают вытирать ноги. Иногда легче забыть человека, чем простить ему все, что он сделал. Когда же я научусь так относиться плохо к людям, как это делают они? Трагедия не в том, что нас не любят, а в том, что мы влюбляемся в тех, кто не умеет любить. Любому человеку можно простить все, вопрос в другом. Останется ли он после этого любимым? Я не обижаюсь, а просто меняю свое мнение о людях. Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу. Ну, ненависть, конечно, плохое качество. Нужно стараться смотреть положительно, поэтому это уже зависит от вас. Мне нравится высказывание «не судите и не судимы будете». Очень прекрасное выражение и высказывание. Плохая привычка строить планы на совместное будущее с тем, с кем, по сути, нет совместного настоящего. Итак, 9 советов счастливой жизни от Марка Твена. Цитаты из книг великого автора изменят вашу жизнь раз и навсегда. Вы наверняка знакомы с Марком Твеном благодаря его всемирно известным книгам, таким как «Приключения Кегельберри Финна» и «Приключения Тома Сойера». Будучи прекрасным писателем, он также был талантливым оратором, сатириком и преподавателем. В своей жизни автор пережил много, начиная от сумасшедшего успеха его романов и дружбы с нефтяным магнатом, заканчивая разорением его издательской компании и смертью троих детей и жены. И можно с уверенностью сказать, что Марк Твен был незаурядным человеком с особенным взглядом на жизнь. Наверное, поэтому его высказывания до сих пор цитируются. Итак. Живите первое. Живите в ладу с собой. Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой. Если вы недовольны собой, своим поведением и действием, то, скорее всего, почти все время вы будете страдать от чувства общего дискомфорта. С другой стороны, если вы довольны собой, то будете спокойны, и у вас будет внутренняя свобода для того, чтобы делать то, что вы действительно хотите делать. Если у вас нет внутренней свободы, то у вас будут затруднения с личностным ростом. Вы даже можете выбирать правильные способы для такого роста, но вы будете ощущать внутреннее сопротивление, поэтому у вас не получится достичь цели. Вы должны дать себе одобрение, разрешить себе быть тем, кем вы на самом деле хотите быть. Не ищите одобрения у других людей, ищите одобрения у самого себя. Преодолите этот внутренний барьер и не дайте себе возможность для самовредительства. Это нелегкая задача, и для того, чтобы справиться с ней, может потребоваться время. Возможно, вы сами себя мысленно ограничиваете.
Это номер 2 из серии Марка Твена «9 советов счастливой жизни». Возраст – это то, что существует у нас в мозгу. Если вы о нем не думаете, его не существует. Таким образом, то, о чем мы себя ограничиваем, в большинстве случаев существует только у нас в мозгу. Например, мы можем думать, что окружающие нас что окружающих нас людей раздражает, что рост у нас не такой, как надо, или что у нас неподходящий возраст, или что у нас мало волос на голове. Но это существует только тогда, когда мы считаем, что оно существует. Потому что в таком случае вы начинаете чувствовать себя неловко и волноваться о том, что подумают о вас люди. А люди это чувствуют и могут плохо на это реагировать. С другой стороны, если вам будет все равно, то и окружающим вас людям тоже будет все равно. Можно с уверенностью сказать, что почти не существует таких ситуаций, когда поздно начинать делать что-то, что вы действительно хотите начать делать. Номер 3 из серии 9 советов счастливой жизни от Марка Твена. Расслабьтесь и развлекайтесь. Юмор – это величайший дар, данный человечеству. Ничто не может устоять перед натиском смеха. Юмор и смех – это поразительные орудия. Они могут обратить любую серьезную ситуацию во что-то, над чем можно посмеяться. Они всегда и везде могут улучшить настроение. А когда настроение становится лучше, то обычно и работать становится легче, потому что в таком случае мозг не переполняет плохие эмоции. Когда вы успокаиваетесь, то становится легче найти решение проблемы и воплотить его. Номер 4 из серии 9 советов счастливой жизни от Марка Твена. Откиньте гнев. Гнев – это кислота, которая больше вредит сосуду, в котором она хранится, чем тем, на кого она выливается. Гнев в большинстве случаев бессмысленен и может стать причиной, по которой ситуация выйдет из-под контроля. Для своего же блага нужно уяснить, что гнев губительный сказывается на том, кто гневается, а не на том, на кого гневаются. Поэтому даже если вы постоянно гневаетесь на кого-либо, попытайтесь понять, что этим вы больше всего вредите себе. Мы вернемся через рекламную паузу. Ольга Шоу с вами каждую субботу. Thank you for listening to U 92.3 FM, the Universal FM. If you'd like to advertise on U 92.3 FM. Я это дочитаю, потом маму поставлю, и что у тебя там, музыка какая есть? Музыка мама музыка. Есть и Миронов, и я не плачу, и не рыдаю. А, окей, вот после как раз этого можно поставить. После рекламы поставить, и я не плачу, и не рыдаю. Как раз подходящая такая. Whether you're looking to promote your business, build team unity, support your organization, school, or showing off your personal style and message, My Shirt and Signs has you covered. Literally. Call today at 408-727-2982. That's 408-727-2982. Or visit myshirtandsigns.com and turn your idea into reality. That's myshirtandsigns.com. It can begin with an email, a phone call, a flyer in the mail, or perhaps a misleading website. Loan modification scams. А вам не прислали сказки, Ольга Васильева? Under different names, loan rescue firms, counseling services, mortgage consultants, sometimes posing as a legitimate mortgage company, willing to help you modify your loan and get caught up with your payments. But beware, these are highly trained con artists looking to steal your home. They often know who you are, where you live, and because it's public record, know if you are on the brink of foreclosure. Надо, чтобы потом кто-то следил за Facebook, потому что, вау, people like sending too much stuff here, so I have to read it out. All right. Which is good. Like wow. As soon as we put this stuff, they're just, Because they don't necessarily have to call now, they bombard it on Facebook and Twitter. That's right. Как у тебя Твиттер? Там ты смотришь Ольга Шоу Твиттер? Посмотри Ольга Шоу 1. Может, я объявляла, because I know they're putting on that... Я же не увидела. Не увидишь, у тебя там было открыто? Нет, ты дочитаешь. Я не увижу, ты как можешь. Я дочитаю, и она... А потом тебя поставим. Тут где-то песенку «Спят усталые игрушки», книжки «Спят» послали тут песенку. Это я играю сегодня. Да? Окей, все поставишь тогда. Last ad. Спасибо, что вы слушаете программу «Русская универсальная медиа» на канале U 92.3 FM.
Слушайте нас каждую субботу в 6 часов вечера, чтобы узнать побольше, что творится у мамы на кухне. А мы продолжаем из серии наших передач. Ольга Шоу для вас. Вы можете позвонить по телефону 408-912-5265 прямо в прямой эфир. Или же 408-912-5265 позвонить Ольга Шоу Скайп, послать нам твит Ольга Шоу 1. Или же по Facebook. Я получила информацию по Facebook. Вот зачитаю от Ольги Васильевой. Спасибо, Ольга, что вы написали нам. И есть такая информация интересная, что завтра по адресу 814 Saint Elizabeth Drive в Сан-Хосе, 814 Saint Elizabeth Drive в Сан-Хосе, будет происходить празднование Дня Победы. Там будет 30 ветеранов Великой Отечественной войны среди других гостей. Это Senior House, там будет большой зал, и как раз Ольга Васильева будет там петь военные песни с 3 до 6 часов вечера. Итак, 814 Saint Elizabeth Drive, Сан-Хосе, в Калифорнии, будет вечер с 3 до 6, где более 30 ветеранов и других гостей будут слушать военные песни в исполнении Ольги Васильевой, и также, конечно, соберутся все вместе. Также спасибо Равил, Садреев и многим другим, которые нас тут поддерживают, Александр, Алекс и очень много других. Спасибо. Зачитываю дальше, что происходит по Марку Твену. 9 советов счастливой жизни. Итак, номер 4 – это был гнев. Нужно забыть о гневе и, в общем, не гневаться. Человек даже может и не подозревать об обуревающих вас чувствах. Поэтому хорошим советом, как сделать свою жизнь более приятной, будет либо поговорить с человеком и таким образом решить возникший конфликт, либо как можно быстрее откинуть свой гнев. Потому что, как мы уже говорили, согласно Марку Твену и по нашему личному опыту, и вашему, наверняка вы знаете, что если вы постоянно гневаетесь на кого-то либо, то попытайтесь понять, что этим вы больше всего вредите себе. Номер 5. Не считайте, что вам все все должны. Не провозглашайте всем вокруг о том, что мир перед вами в долгу, мир вам ничего не должен. Он был и до вас, как писал Марк Твен. Очень часто в детстве ваши родители много чего делают вам. Когда вы взрослеете, у вас может оставаться что-то вроде чувства, что вам кто-то что-то должен. Вы можете считать, что мир просто обязан дать вам то, что вы хотите, или что он перед вами в долгу. Из-за этого вы будете часто злиться и расстраиваться, ведь мир не может дать вам все, что вы от него ожидаете. С другой стороны, такое положение вещей может вам помочь. Вы начинаете понимать, что вы можете сами творить свою жизнь и что в ваших силах работать над тем, над чем вы хотите работать. Вы уже не ребенок, который ждет, что родители или мир преподнесут ему то, чего он желает. Из серии 9 советов счастливой жизни от Марка Твена номер 6. Если вы делаете что-то по-своему, будьте готовы, что вас не поймут. Он писал: человек, у которого есть новые идеи, будет считаться чудаком до тех пор, пока его идеи не будут иметь успех. Ну что же, во многом применимо самосовершенство. Если вы начнете менять и делать что-то не так, как вы делали это раньше, то люди могут отреагировать по-разному. Кому-то это понравится, кому-то будет все равно. Кто-то будет озадачен или ему не понравится. И он начнет чинить препятствия. В основном то, как реагируют люди, это не то, чем являетесь вы, а то, чем являются эти люди. Это то, как они себя чувствуют, выраженные словами и суждениями, которые они делают. Иногда кажется, что, скорее всего, люди не будут реагировать так плохо, как вы можете это себе представлять. Или, по крайней мере, они все равно рано или поздно оставят вас в покое и займутся своими собственными делами. Таким образом, то, что могут сказать или подумать другие люди, может быть только вашей фантазией и препятствием, которое вы выстроили у себя в мозгу и которое удерживает вас от продуктивных решений. Номер 7 из серии 9 советов счастливой жизни от Марка Твена. Расставляйте акценты так, как вам того хочется. Он писал: выбросите из головы все проблемы, закройте уши, бегите, избавляйтесь от них всеми возможными способами.
То, на что вы обращаете первостепенное внимание, во многом определяет то, что будет происходить. Вы можете погрязнуть на своих проблемах и создать самому себе образ страдальца и жертвы. Или вы можете сделать акцент на чем-то положительном, что вы извлекли из той или иной ситуации, полностью сконцентрироваться на чем-либо еще. Вы можете непроизвольно концентрироваться на проблемах, вместо того, чтобы перенаправлять свои мысли на то-то, то-то и то-то, что более полезное. Но вы также можете научиться контролировать то, о чем вы думаете, и с каждым днем вам будет все легче и легче перенаправлять свои мысли. Из серии 9 советов счастливой жизни от Марка Твена, номер 8. Не слишком думайте над тем, как почувствовать себя хорошо. Как он писал, лучший способ воспрянуть духом самому – это попытаться приободрить кого-то еще. Возможно, в какой-то степени этот совет противоречит здравому смыслу. Самый лучший способ почувствовать себя хорошо – это сделать так, чтобы кто-то другой почувствовал себя хорошо или чем-то ему помочь. Так вы будете двигаться вверх по спирали положительного и обмениваться с другими людьми чем-то ценным. Вы помогаете кому-то, и поэтому и вы, и человек, которому вы помогли, чувствуете себя хорошо. Близкий человек, которому вы помогли, потом может даже протянет вам руку помощи, потому что люди предпочитают не оставаться в долгу. Таким образом, помогая друг другу, вы оба будете чувствовать себя хорошо. Такие положительные чувства передаются другим людям, и поэтому вы опять будете творить добро, воодушевленные помощью, которую вам оказали друзья. И таким образом спираль положительного будет расти и продолжаться. На этом я могу сказать спасибо большое всем друзьям, которые мне помогли, и даже тем, кто не был моими друзьями, а просто вот так вот узнали о нашей программе или о нас, и как мы здесь работаем. По большей части делаем очень много всего интересного и пытаемся тоже найти спонсоров и тех, кто может нам помочь тоже духовно и поддержать нас и быть, в общем, с нами в наших рядах. Итак, номер 9. Последняя из серии советов счастливой жизни от Марка Твена. Делайте то, что вам хочется делать. Как он писал, лет через 20 вы больше будете жалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте якоря и уплывайте из тихой гавани, ловите попутный ветер в свои паруса, пользуйтесь, мечтайте, делайте открытие. А сейчас у нас есть песенка специальная в этот мотив и тему. У нас есть песня известного оптимиста, известного мечтателя, известного ценителя парусов Остапа Бендера из фильма «12 стульев» исполняет Андрей Миронов. Good. Окей, бабушка, ты готова к сказке? Я это помню, как ты уже играла в свое время. Так что повторяем. But it's okay. I have a book. Yes! I have a huge collection of the books. Some of it, I'm sorry, в коробках. But that's okay. Wow. Одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор на пол, изящный поворот. И прямо в руки к запретному полосу. Okay, delightful radio show. Thank you to inviting me to participate. Best of success, health and happiness, Peter A. Holly. Feedback always welcome. Helping and learning. Referrals also welcome. And I'm using it. Oh, I think it's. I might be poet in learning. I think. I mean, I'm usually good at reading bad writing because I have bad writing. Okay. So. So just think of it. What this could be. Feedback always welcome. Feedback always welcome, yeah. I don't know what does it mean. That word's either P, either O. That's a word. I've never. I'm trying to figure that one out. I can't figure it out. And I normally can read bad writing, but. I don't know. What is there?
и очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус с тобой одинокий на фоне стальных кораблей. Okay, mom, ты готова? 20 seconds. Hello? Okay. 20 секунд. Okay, come to the camera. Okay. И вот здесь вставай, or... иначе тебя не будет видно на той камере. Но там видать, а там нет. Вот так. Добрый вечер, с вами Ольга Шоу, и бабушка Валентина нам зачитает сказки. До того, как я сделаю The Secret to Winning Big, featuring Peter Howley, кто у нас был сегодня на интервью, и вы можете увидеть это на Ustream, а также на Ольга Шоу YouTube, search Ольга Шоу YouTube, и вы можете узнать об этой книге. Thank you, Peter. Он написал, что это a delightful radio show. Thank you for inviting me to participate. Best of success, health and happiness. Thank you, Peter. I wish you the best of success, health and happiness. And we have a lot to learn from you. And we'll see you soon at our show. And here, бабушка Валентина, пожалуйста, что ты нам сегодня расскажешь? Наконец-то у тебя голос поправился. Я могу тебя видеть в прямом эфире. Я тоже голос теряла, это, видимо, болезнь звезд, или я уж не знаю, как это назвать, но мы теряли голос, и вот с хрипотцой тут говорили даже, и сейчас вроде как приходим в норму. Что сегодня ты нам расскажешь? Я сегодня прочитаю, был рассказ «Учеба в деревне». Жила-была девочка Настенька, жила она в Москве. Вот однажды приехала бабушка и решила забрать ее к себе. Это небольшой город, который находился вдали от Москвы. Так как Настеньке было всего 4,5 года, бабушка сказала ее матери, что привезет Настю обратно, как только она запросится домой. Купили билеты на поезд и поехали. По дороге Настя смотрела в окно и вместе с бабушкой любовались природой. Ночь Настя провела в поезде. Перед обедом приехали на станцию, где пересели на машину, которая уже ждала их. Приехали они в небольшой город, где когда-то жила и работала бабушка. Надо было чем-то развлекать девочку целый день, ведь она только с бабушкой. И бабушка решила Настю учить читать, пока она находилась с ней. Бабушка подобрала книги еще в Москве, чтобы заниматься с Настей. Она уже знала все буквы, но читать еще не умела. Бабушка написала все слоги, которые позднее помогли Насте научиться читать. Примерно через неделю Настя стала собирать первые слоги, а потом маленькие предложения. Чтобы сильно не напрягать ее, бабушка забрала Настю из города в деревню к своим родственникам. В деревне для Насти было целое раздолье. Во дворе днем бегали куры, а петух всегда как герой стоял возле кур и голосисто кукарекал. Была также собака Тузик. Конура у собаки стояла возле сарая, а рядом старое блюдо с водой. Гуси с маленькими гусятами вечерами пригоняли из стада коров и овец. Настя любила наблюдать за животными, сама кормила собаку, давала зерна курам и гусятам, хотя и побаивалась гусака. Днем бегала по лугам и полям вместе с бабушкой за гусями. В это время проживал в деревне брат бабушки. Он всю свою жизнь проработал на шахтах и сильно болел. Когда бабушка возила его по докторам, ей сказали, что его легкие невозможно уже вылечить, что врачи даже не в состоянии ему помочь чем-то. Доживал он уже последние месяцы и ходил, опираясь на палку. Ему нравилось быть с Настей, и он всегда следил за ней во дворе и старался развлекать ее. Насте же очень нравилось в деревне. Это было лучшее место для нее.
утром она сама выходила играть во двор дома, где она сама могла быть без особого присмотра, быть возле животных и птиц. Обычно бабушка во двор выходила позднее Насти, а в это время она уже находилась под присмотром брата. В одно утро брат и приметил Настю, когда та стала пить воду из блюдца собаки. Брат тут же пожаловался бабушке. Бабушка объяснила Насте, что нельзя пить воду из блюдца для собаки, хотя и брат прочитал Насте лекцию еще до бабушки. Бабушка не забывала об учебе и в деревне. Она продолжала учить читать Настю. Бабушка знала, что у нее очень мало времени быть с Настей и что ее надо будет отвозить обратно домой. Однажды они занимались в деревне во дворе дома. Насте не очень-то хотелось заниматься, так как подруги ждали ее играть. Но бабушка настаивала, чтобы она прочитала одну страницу. Бабушка сказала ей: «Настя, посмотри, Петух недоволен, что ты не читаешь». А Петух в это время важно бродил между кур, находил зернышки и кококал, ко-ко-ко-ко-ко, как бы подзывая кур. Настя, услышав это, подбежала к Петуху. Петух громче прежнего закококал, и куры закудахтали, взмахивая крыльями перед Настей. Настя, увидев это, прибежала к бабушке и быстро начала читать. Она тут же прочитала страницу, а потом стала играть с подругами. А про петуха и вовсе забыла, как будто и не было его. Брат бабушки, который все в это время наблюдал за этим, широко улыбался. Он был поражен, что Настя уже могла читать свои 4,5 года. А сейчас мы исполним песню для наших радиослушателей. И песня называется «Живет повсюду красота». «Живет повсюду красота» для всех наших детей. Ну, пока мы подключим эту музыку, потому что она у тебя не подключена, я могу объявить, что сейчас у нас будет песня, а также сейчас зачатки. Я хотела бы сказать, что, Валентина, это ты написала песню, да, сейчас? Останови пока музыку, потому что она не играет, нужно было подключать. И что у нас? А у нас тем временем песня, которая посвящена отъезду из города в деревню. Земфира, до свидания, мой любимый город, посвящается городам каждого из нас. Дело в том, что мы подключаем это. Вот, я отключила это. Вот, кто-то я спрашивал, будет известно, потому что... Да, но она не подключила. Ты хочешь, чтобы песню играть? Поставь человеку, скажи и проверь, что она играет. Сегодня мы головой работаем. Hello. Как все. Но я прекрасна. Я тоже плохо. Да. Спят усталые игрушки. Я могу от себя сыграть это. Можно скачать, в принципе. Но ты сказала, объявила, сыграй людям, окей? А как сидеть надо? Ну, вот у тебя board operator. Marcus, can you help her, please? She needs to play something from here, but I don't know what to play with from. That's why I wanted to bring more cables, because we have too many devices here. Let's see. Okay, so this is, you want to play it off of this one. Uh-huh. That's how you do it? Yeah. And then can we play something that is really plain? Go ahead and play it off. I'll put on a cue and see if it works. Okay. Go ahead, play it. Okay. I don't hear anything. Ты играешь, нет? Yes. No? Is it playing? No, I don't hear it. It's not coming off the board. Is it? I think that should be the one that's hooked up, so... Try it again. Я, может, включу. Но это стоп.
Окей, я скачиваю песню «Жуть поселок красота» от Юрия Антонов, да, ведь? Юрий Антонов, да? Напечатай вот это, что ли? Окей, секундочку. О мальчиках ты не надо думать? Я понимаю, я могу думать. Ну, какие наши годы говорят, о годах и не думают. So they're gonna fix it, they're gonna move it. Okay. Is it playing something, the music, right? Yeah. Okay. That's okay. Я включу. У меня заскачивается. А ты что, будешь еще сказку читать или нет? Сейчас. Я потому что объявлю, что это была написана, как она называется? Учеба в деревне просто назвала. Что это твое, да. И что это была премьера. У нас бабушка, скажу, это Грег Саркона, Ольга Чичканов, тебя поздравили, он Facebook. А мы приходим опять в Life on Air. Thank you, Greg Sarkuna, Ольга Чичканова, которой нравятся сказки бабушки Валентины. And Bill, которую она только что зачитала, она у нас скромная, бабушка Валентина. Она сама ее написала, и сегодня была премьера. Называется как? Учеба в деревне. В одной из деревень, в которых росла я тоже, прямо скажем. Так что это настоящая быль не только о Настеньке, но и частью обо мне. Так что вот премьера была у нас здесь в этот раз. Итак, песня, которую у нас бабушка Валентина обещала. Живет повсюду красота. Включаем. Восемь 50, у нас 5 минут. 5:40. Ну вот как раз останется, может быть, почитать какие-то прикольчики. Где прикольчики? Которые я прислал в письме. И в эту песню? Все, уже никаких песен нету. Какую сказку? Если так быстро ее читать, мы не успеем прочитать сказку. Надо торопиться, я ее сама просто расскажу вставки и все. Ну, пожелай что-нибудь слушателям и зрителям. Скажи, вот я теперь тоже сказки пишу. Всю жизнь мечтала. Это не сказка, были рассказ. Окей, были рассказ. Да, это Юрий Антонов. Красивая песня. Я даже эту песню никогда не слышала. Может, я слышала, но забыла. Живет повсюду красота. Живет повсюду детская, по-моему. All home is done. Yeah. Then you will be all by yourself. Открыла прикол? А, но. Сейчас найдем, где у меня это все. Я видела, ты мне прислал, да. Файл док. Сценарий. Файл док, у тебя слушай. Он у нас слушай. Окей. Цитаты про успех? Да? Нет, это предыдущее письмо. Это следующее, последнее было. Не предыдущее. Так, предыдущее было. Новости науки и космоса. А вот в конце промотай, и там, где ППК воскрешение, там абзац ниже начинается. Прогноз погоды. Не надо. Самом низу. Количество миллиардеров. Чуть выше. А вот пчелы никогда не спят. Еще выше. Воскрешение. Слабеет в космосе кости. Ниже. А мы продолжаем в прямом эфире. Итак, бабушка Валентина, что ты пожелаешь нашим слушателям? Я пожелаю доброй ночи нашим слушателям и детям, и взрослым. И еще хочу сказать, чтобы наши дети проявляли свои таланты, не боялись и присылали нам письма. Наше студио или на Facebook, скажи им. Значит, найдите нас на Ольга Шоу Facebook, Ольга Шоу Twitter, Ольга Шоу 1, также на U923 FM. И много у нас информации, в общем,
на скайпе Ольга Шоу Скайп. Пожалуйста, свяжитесь с нами в ваше свободное время, так что мы никуда не затеряемся, мы уже на интернете везде. Итак, теперь, когда мы прониклись в среднем мире, существует 7 человек, которые похожи внешне именно на вас. Вот бы их собрать все вместе и дозавалиться в бар, чтобы все посетители подумали не весь что. А знаете ли вы, что в плитке шоколада может содержаться до 8 лапок насекомых? Интересно, кто их туда кладет и почему отдельно от остального? Это из серии интересных таких фактов. Или вот еще из той же серии «За жизнь человек съедает 12 пауков». Притом добавим, иногда в один день. А вот пчелы, например, никогда не спят, но если только немного дремлют в перерывах между полетами и нектаром. На каждого человека в мире приходится 2 миллиона насекомых, но в принципе не так трудно найти среди них ту самую дюжину пауков, которую нужно съесть. Ну давайте уже перейдем к людям. Первым миллиардером в мире был Джон Рокфеллер, нефтяной магнат. Количество миллиардеров в США 10 лет назад было вдвое больше, чем сейчас. Что поделать, такая нынче экономика. 95% людей сначала надевают левый носок, а потом правый. Даже те же самые миллиардеры. Итак, стоимость планеты Земля 5 квадриллионов долларов. Чтобы ее купить, никаких миллиардеров не хватит. Впрочем, даже если купить, что с ней потом будете делать? У нас всего лишь одна минуточка. Итак, мы ждем от вас пожеланий, потому что наша передача для вас, от вас. В течение недели мы посылаем массу, получаем и посылаем даже ответы для вас всех и связываемся с вами по мере возможности. Нам нужны таланты, нам нужны люди, которые поддерживают нас, и таких очень много, еще больше и больше. И вы их увидите здесь у нас на интервью, они будут также выступать. Поэтому приходите к нам, связывайтесь с нами, найдите нас Ольга Шоу. С вами была Ольга Червякова и Тимур Хорев. А также Валентина Червякова, которая является моей мамой. Она также бабушка Валентины, которая читает вам сказки. Итак, связывайтесь с нами, найдите нас и будьте с нами в прямом эфире. А также мы потом поместим вас на YouTube, а также Ustream. Итак, Ольга Шоу с вами каждую субботу с 7 до 9 часов вечера. До свидания. До свидания. И даже не все эти расходы, только часть. Осталось, правда, время прошло, как не знаю. Да, время прошло, пролетело.